всем привет! Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы работать. Ну, по крайней мере, я буду сегодня работать, надо будет кое-что отснять. Я с Фантомом сегодня будем снимать как триатлонщики. Триатлонщики будут нырять в воду и бежать куда-то, я не знаю куда. Ну, дальше, короче, мы будем менять постоянно позицию нашу, смотреть, чего народ будет делать и пытаться это заснять. Ну, а кроме того, здесь сегодня очень много народу в купальниках, что очень приятно, во всяких обтягивающих вещах. Но также здесь есть довольно взрослые люди, но при этом довольно в хорошей форме. Здесь не заканчивается второй этап, который был на велосипедах. Первый был, естественно, по озеру они проплыли, теперь они вот проехали на великах. Ну, а дальше у них будет сейчас, по-моему, бег. Они будут просто бежать. Сейчас посмотрим. Потихонечку добегает народ, но уже практически финиш, я так полагаю, где-то вот здесь, наверное, за вот этим бугром уже конечная точка, уже там люди как бы заканчивают. Ну ничего, пробежали, люди до сих пор бегут, я вообще удивляюсь, как они выдерживают столько бежать. Чуваки еще ездят на шоссейниках туда-сюда, я вообще не представляю, как они едут. Но ладно, когда тебе надо проехать там 100 метров на вот такой фигне, но когда там 5 километров вниз, соответственно, ехать с горы или в гору подниматься на шоссейнике, наверное, ну не самое приятное ощущение. По попе то бьет. Немного халявного харчика никому не повредит. Какие-то выпечка, короче, какая-то с вареньем. Но варенье такое нормальное. То есть там прям кусочки фруктов. Клево, попробуем.